Ну а пока к другим темам дня. Поддержать Иркутск в неофициальном голосовании может любой желающий. Дизайнеры из Красноярска нарисовали 200-рублевые купюры с изображением столицы нашего региона и Самары. Решили выяснить у интернет-пользователей, какая банкнота им больше нравится. Денежные знаки достоинством в 200 и 2000 рублей планируется выпустить в России только в следующем году. Их официальный дизайн еще не разработан, и даже неизвестно, какие города будут изображены на купюрах. Однако уже сейчас люди вовсю фантазируют, как могут выглядеть новые деньги. На 200-рублевке с Иркутском красноярские дизайнеры изобразили на одной стороне памятник Якову Пахабову и Московские ворота, на другой – очертания Байкала. Что особенно приятно, в голосовании лидирует купюра с нашим городом. Мы оторвались от Самары пока на 14%. И кто знает, может быть, неофициальный выбор россиян действительно поможет Иркутску стать городом, который изобразят уже на настоящей банкноте.